Сотрудники уголовного розыска краевой полиции задержали банду угонщиков. Двое мужчин, один из которых уже был ранее судим, занимались кражами в течение нескольких лет. Угоняли автомобили в советском районе Красноярска, причем специализировались они на так называемых малолитражках. Разбирали ворованные машины в съемных гаражах и продавали по заниженным ценам на запчасти. В основном это были двери, бамперы, капот, то есть те элементы, которые чаще всего повреждаются в ДТП. В настоящий момент ведется следствие. Сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемых к десяткам угонов. При совершении краж автомобилей использовался сканер, либо код-грабер, устройство для считывания сигнализации, последующим открыванием дверей автомобилей. Похищенные автомобили разбирались на запасные части, в последующем продавались при использовании сети интернет. В настоящий момент установлена причастность лиц к совершению двух краж автотранспорта. По данному факту возбуждено уголовные дела, предусмотренные частью 3 статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, это кража, предусматривающая наказание до 10 лет лишения свободы.